The Devil Daughter. Вчера мы закончили четвертую главу, по-моему, да? Четвертую, да, вроде. Вот, сегодня поем по пятой. Поедем. Поехали. Посмотрим, что там. Горячечный бред. Угу. Название уже, да, интригует. Holmes, at last you're back. We can't find Kate. What? She went for her lesson, but the teacher says that Kate never arrived. Mrs. Hudson? Опа. She's gone out to ask around the neighborhood. Здравствуйте, а что это с дочуркой с моей случилось? Так. Kate, are you here? Эй, Холмс, не надо было тебе чинить окно, потому что это ненадолго, мерзавец. Думаешь, то, что ты отправил Перси за решетку, тебя спасет? Нас много, и всех ты не посадишь, аноним. Ага. Угрозы пошли, да? Окей. Так, еще одно. С дротиком. Мистер Холмс, я никогда не смогу полностью отблагодарить вас за то, что вы сделали. Я должен жить с осознанием содеянного, но вы поняли меня. Моя Мэрил медленно поправляется. Сегодня она уже смогла поесть немного супа. Я плакал. У нас есть надежда на то, что она будет жить. Со всей признательностью, Реджинальд Батчер. Из прошлой главы. Угу. Ну и хорошо то, что у нее дочь жива. Я уже сколько раз говорил. Я очень рад, то, что с ней все хорошо. Так. Внимание. Угу. Портрет персонажа. Что-то писала. Записи исчезли, взять дневник. Ага. Так. Что здесь произошло? Взять сквояж. Так. Вещей нету. Угу. He packed her things and left. I don't understand. What's that? The sound came from Alice's room. Alice! Ни хрена тебя там кнаёбит. Kate! О, дружище. Все, понятно. Наркомания началась. Паром по железу, ну да. Почему бы не, да? Она сбила ее с толку. Что? Опа. Ваша дочь? У вас ее нет, мистер Холмс. Никогда не было. Что вы с ней сделали? What you could never do, I made her happy. Где Кейт? Care what you think. Where is Kate? You fool. You're useless to her. Why even bother? Нет. Holmes, this is useless. She won't talk. I'll make her talk. We don't need her. Just use your skill. I'll take care of her. Блин, а? Все с вами не ладно. Кое-что изменилось. Так, давай походим, посмотрим сейчас. Так, с ней бесполезно говорить. Угу, ваза разбилась. Окно. А здесь. Так, прошлое. Кровать, зеркало. Колыбель. Колыбель изменилась.
часы. Да блин, подожди. Картина. Ага. В смысле? Подожди. А. Ну, все правильно. Шкаф, прошлое, подожди. Ага. И этого нету, и книги нету. Так, колыбель. Зеркало. Но часы, они в другом месте стоят. Подожди, мне нужно выбрать предметы, исчезнувшие после... Угу. То есть не которые были переставлены, да, а которые просто исчезли. Окей. Гримуара нет. Это спиритической доски тоже нет. Картины. Картины нет. Так, что еще? Колыбель. Колыбель есть. Зеркало. Зеркала нет. Так, коляска была. Часы. Часов тоже нет. Так, подожди. Что я еще отмечал? Коляска. Зеркало. Монограф. Монографа нет. Шкаф. Шкаф есть, но и тут там. Кажется, вот трудно было бы передвинуть. Портрет. Но картины этой вроде как нету, да? Типа она бы явно была бы бросалась в глаза. Колыбель, зеркало, коляска. Так, ну вроде все. Не совсем правильный. Блин, может я что-то реально упускаю? Так. Угу. Платяной шкаф, прошлое, спиритическая доска, тина, фотография, колыбель. Но она есть, она не пропала, она просто переставлена. Так, нет часов, монограф, монограф, гримуар, ну-ка давай без него попробуем. Шкаф. Тут все есть, тут все правильно. Выражение лица сердито. Так. Черная вуаль. Траурный наряд. Угу. Что-то у нас такое, билет на поезд. Ага. Белые следы, использовал мел. Изменит мистер Холмс.
I remember this place from my last visit. Mm-hmm. It's different now. Something was taken from here. Что-то взяли? Но я тебе говорю еще раз. Типа часов нет. Монографа нет. Прописки нет, записки нет. Часы. Я уже осмотрел, блин. Не совсем правильный. Так, давай еще раз повнимательнее попробуем. А, так, зеркало. Давай начнем с зеркала. Зеркало, зеркало, зеркало. 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 Нет. Часы есть. Вот. Вот почему неправильно. Нет. Окей, ладно. Так, часы. Угу. Прошлое. Монограф. Давай искать монограф. Коляска есть. Монограф, монограф. Так. Монограф. Нет. Он только вот тут вот где-нибудь за этим всем хламом. Mm-hmm. Так. Но монографа вроде нету. По крайней мере, я не вижу его. Так, его оставим. Mm-hmm. Портрет. Картина, картина. Так, картина. Картина явно большая. Ее хрен так спрячешь. Картина. Это обычный стол. Но тут ее нету. Так, гримуар. Что еще? Спиритическая доска. Угу. Спиритическая доска. Даже здесь зеркало. А, оно есть. Я просто не увидел. Вот оно зеркало. Причем такое же накрытое. Нет. Так, монограф. Портрет. Портрета нет. Шкаф есть. Что еще я, может, не увидел? Спиритическая доска есть. Гримуар есть. А, точнее, нету. А, свечи возле кресла. Портрет Алисы's father, William Hamilton, and some items required to conduct a séance are missing. Так. Подожди. Портрет отца Элис? А, ну да, это ее отец. Что-то я перепутал с этой, с дочерью. Псевдо своей дочери. Ничего не изменит, мистер Холмс. Так я же уже осмотрел. Так. Траурный наряд. Нет. Подожди, вещи для спиритического сеанса. Вот. Раз, поехали. Элли смогла провести спиритический сеанс, чтобы поговорить со своим отцом Уильямом Гэмильтоном. Отлично. Дальше. Траурный наряд. Но это ничего не дает же. Визит на кладбище. Но есть вероятность, что Элис посетила Хайгетское кладбище перед возвращением на Бейкер-стрит. Так. Элис могла этим утром посетить Хайгетское кладбище, зайти в склеп своего отца Уильяма Гэмильтона и провести в нем спиритический сеанс, чтобы поговорить с ним. Брала ли она с собой Кейт? Ну, вот сейчас узнаем. Проверим. По крайней мере. На кладбище, Ватсон, не спускайте на глаз. Опять галюки, да, начались? Спиритический сеанс. Чё? Что, прости?
На пересечении? А, не с той стороны смотрел. И найти склеп. Отправляйся на старое кладбище. Картина отца ее. Ага. Как раз гримуар, спиритическая доска. Угу. Да-да-да. Свеча. Не надо меня тут пугать, пожалуйста, хорошо? Сраженный пулей. Так. Роющий землю гигант. Стоптанный ногами. Угу. Все? Нет. Четырех других. Подожди. Черепушки. Ученик дорог. Ладно, описание путеводителя. Дневник Кейт. Угу. Я с Элис на кладбище. Мы собираемся поговорить с ее отцом. Обряд пугает меня, конечно, но в то же время и будоражит. Я не должна позволять себе бояться, потому что дальше будет страшнее. Она прекрасна. Она приготовила свечи, портрет и выглядит такой спокойной. Я не могу сдержать дрожь. Она начинает. Она зовет его. Она крутит и бормочет. Я не могу понять, что именно она говорит на странном языке. Она держит куски мела в обеих руках. Я дрожу, ничего не могу поделать. Она закатывает глаза, ее движения дерганные, как в предсмертных судорогах. Она меня не видит. Она начала говорить с ним, и это ужасно. Я хочу плакать. Она всюду пишет кусками мела. Где нам его искать, отец? Хрена ее там. Кнаюбит. Элис. Дочка. Элис? Я знаю ответ на твой вопрос. Пишет. Ну что, нравится тебе? Не могу поверить, что Элис заставила мою маленькую дочь через это пройти, проклятая женщина. Нравится тебе? Хотела, чтобы она тебя удочерила? Ну давай так, вперед. Чемодан Кейт. Почему она оставила его здесь? Потому что она, скорее всего, испугалась и убежала. Это логично. Любой, мне кажется, нормальный человек обосрется от такого, блин, зрелища. Так. Кейт. Боже мой. Это отец Элис, видимо, мумия. Змеиные гнезда и заговор. А, подожди, это мы читали в прошлой части. Ну, не смейте раскрывать заговор, да, это мы читали в прошлой части. Не понял. Элис спит здесь. Рядом с трупом, прости. Что? Больная. Мадам Судьба. Карта рек Британии. Вот письмо же, ну. Возьми ты его. Штормовая лампа. Элис хранит вещи своего отца в этой комнате. Даже походный ящик оставила. Она психически больна. Надеюсь, Кейт этого не увидела. Ага. She brought my daughter even further. They followed this direction in this message. They went to the old cemetery. Они отправились на старое кладбище. Салис's father mummified. Я не удивлюсь, если у нее сейчас галики начнутся и типа она живет. Вот серьезно. Я нахрен от этой игры вообще уже не удивляюсь ничему. Говоришь, на старое кладбище, да?
Old Smith. Да, мне сюда. Старое кладбище. Hold on, Kate. Держись, Кейт. Осмотреть склепы на кладбище, найдите и отметьте 4 упомянутых сообщения Элис, увиденные и выбранные из склепа. Можно с помощью воображения. Послание Элис. Отправись на старое кладбище и найди склепы на пересечении 4 дорог, сраженный пулей, ученик дорог, роющий землю гигант и растоптанный ногами. Матью? Нет. Гарри? Эти факты. Да. Безымянный склеп. Чуть-чуть Генри Энтон Эрот. Заядлый игрок. Застрелен на дуэли. На пересечении 4 дорог. Подожди. Безымянный склеп. Послание Элис. Уильям. Путешественник. Вот. Подожди, растоптан ногами? Это что у нас такое? Ирландец по происхождению. Видный торговец рыбой. Боксер-любитель. Угу. Не-не-не, подожди. Нет. Допустим, вот так сейчас отметим. Путешественник. Пересечение 4 дорог. Так. Генри, архитектор, заядлый игрок, застрелен на дуэли. Угу. Писал. Так, поэт. Пережил туберкулез. Диалектия. Так. У него было 3 маленьких брата, писал миниатюрные портреты из Оксфорда. Это не то. Так, тут нет склепа. Археолог ростом 7 футов. Подожди, чего там было? Роющий землю гигант. 7 футов, это же большой рост, правильно? Владелец коллекции романа британской археолог, допустим, роющий землю. Безымянный склеп. Угу. Епископа. Губернатор Ямайки имел пышные бакенбарды. Ученик дорог есть, сраженный пули есть, роющий землю гигант есть, растоптанный ногами тоже есть. Подожди. Раз, два, три. Получается, где-то там. Я не совсем помню, кто последний сейчас у меня остался. Отказался от должности? Нет. От Тифа. Учился? Нет, это все не то. Видный торговец рыбы. Так, боксер. Это мы смотрели. Безымянный склеп. Наверху может быть. Найди склеп. На пересечении 4 дорог. Сраженный пули есть. Ученик дорог был. Роющий землю гигант был, растоптанный ногами был. Картограф. Кто же? Кого же я упустил? Так. Безымянный склеп. Археолог. Так, есть. Это у нас роющий землю гигант. Хорошо. Раз. Писал миниатюрный портрет. У него было 3 младших брата. Нет. Поэт. Писал. Пережил туберкулез. Нет. 3 из 4. Безымянный склеп. Архитектор застрелен на дуэли. 2. Подожди, а тут ничего? Нет, тут ничего.
три. Так, подожди. Раз, два. Путешественник был убит слоном. Путешественник был убит слоном. Ну, допустим, три, хорошо. Ирландец по происхождению, видный торговец рыбы, боксер-любитель. Ученик дорог. Может, он? Какие-то... Чё? Подожди, чё? Какие-то из имён? Я выбрал неправильно. Ну, получается, вот этот. Вот этот неправильно. Раз, два. Там или там где-то, да? Отменить выбор. Так, дальше. Наверху. Тут они все пересекаются. Хорошо, ладно. Да и беги уже. Английский адвокат, судья, представитель. Отказался от должности. Безымянный склеп. Блин, тут больше нет никого такого. Мелпышный бакенбарды. Это тут вообще ни при чем. Безымянный. А, господи. Так, отсюда я пришел. Тут нет склепа. Писал миниатюрные портреты. Нет. Поэт пережил туберкулез. Безымянный. Этот есть. Подожди. Раз, два, три. Еще один. Торговец рыбой. Попробуем его. Какие-то имена я выбрал неправильно. Почему от этого пересекается к этому? Так. Значит, от этого должен пересекаться тоже там где-то, да? Где-то вон там. Чуть правее, чуть левее середины получается, да? Посмотрим, где он тут выходит. Угу. Получается, вот этот. Ну да, это бред. Я об этом и говорю, типа, ну не похоже. Безымянный. Так. Есть. Они пересекают лишь один склеп, да? Вот этот. А кто у нас тут был? А, это безымянный был. Так. Кейт! Кейт! Кейт, моя милая дитя.
Мне известно, когда ты услышишь это сообщение, но я не знаю, что однажды ты придешь сюда, Кейт. Моя кровь, мой свет. Я проклинаю день, когда оставил тебя в мире живых. Смерть – ничего для меня, за исключением того, что ты осталась с ним. Холмс. Шерлок Холмс. Что ж, ты должна понять, он твой худший враг. Поскольку он так любил скрываться за маской своей показной добродетеля. Так, Холмс. Угу. Я уверен, он никогда не сумеет тебя понять, и я сожалею об этом. Надеюсь, ты не будешь слишком часто плакать с ним в роли твоего отца. Я верю, что это ты заставишь его плакать. Не терзайся, мое дитя. Я умер от его руки. Но теперь у тебя не остается вопросов. Ты все знаешь. Ты моя дочь. И важно, чтобы ты продолжила мою работу. Присоединись к нашему делу и станешь повелительницей зла, моя Кейт, моя плоть. Кейт Мориарти? Так это дочь Мориарти? Кейт, о нет, теперь она все знает. Но почему именно таким способом? Дневник. Что тут у нас? Мои наблюдения за движением астероида через телескоп позволили открыть две новые звезды, которые я назвал Мирах и Атхил. Или Атхил. Вместе с другими тусклыми звездами они образуют изумительные созвездия. Его форма напоминает мне о моей милой девочке Кейт. Угу. Динамика астероидов. Работа профессора Джеймса Мориарти. Малышка Кейт и ее отец. Металлическая звезда с очень тонкой гравировкой. Так, тут мне еще что-то понадобится. Только не говорите то, что мне надо смотреть на звезды потом будет, пожалуйста. Я прям вот, ну не люблю это. Это лента с волос Кейт. Так, иначе, чем другие дети, я воспринимала все на свете. Иная мной владела страсть, к другим ключам хотел припасть. И то, что вызвал смех у них, рождало грусть во мне. Одни предчувствия тогда оцепенели иногда. В том детстве на рассвете дня из самой бури, из глубин добра и зла вдруг родилась та тайна, что со мной слилась. С прекрасного потока от истока, с утеса красного, с горы и солнца, что тогда казалось в осеннем блеске золотым, свернувшим молнии с небес, когда на миг весь мир исчез, из грома сильного, как шторм, и облако, что из всех форм на мирно-синих небесах изобразила демона в моих глазах. Стихи Кейт. Кейт встретилась с настоящим отцом. Мне нужно найти Элис. В этот раз она скажет мне все. Я так понимаю, Уатсон не уследил, да, за ней? Раз к смерти я не шел, она ко мне явилась в дом. И в ее коляску сели мы с бессмертием втроем. Подожди. Металлическая звезда, значит, мне еще понадобится. Ну, хоть звезды не надо будет смотреть, уже хорошо. Так, тут я смотрел, тут смотрел. Ну и все, пошли тогда. Может, не надо?
Блять, сердце в пятки уйдет. It's blocked from the outside. What? Элис? Alice! Accept your death, you fool! You witch! Let me out! Free Kate! Come back, witch! Keep your head, Sherlock. This is the only way to get out of here. Оп, металлическая звезда. Так, тут не выбраться. Карта. Похоже, Мориарти оставил здесь астрономическую... Нет, ну нет. Не хочу. Блин. Как он там говорил, у него изображена Кейт. О, господи. Твою ж мать. Так. Получается, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Если я нажму сюда, это как-то изменится? Нет, отлично. Так. Подожди. Все сбросилось. Ага. Так. Хорошо, допустим. Раз, два, три, четыре. Пять. Теперь идем. Получается. Так, подожди. Аж вот сюда, что ли? И в центр. Часть тогда вот сюда. И в центр. Из центра сюда. Не получается. Так. А, это типа совсем другие созвездия. То есть надо вот она идет, да? Угу. А, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, да? Нет, тут мало слишком для шести. Сюда. Ну вот сюда, по идее. Если вот это потом пойдет сюда, пойдет в центр. Вот, это нижняя часть получается. И отсюда. Подожди. Вот это не надо. Это ниже. Так, получается сюда. 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 В центр до хрена ведет. Давай сюда. Самый конец. Так, подожди. Давай сюда. Сюда. Получается сюда. Вот сюда.
и в центр. Из центра ты ведешь сюда и вот сюда. Правильно? Блин. С центра сюда не провел. Сейчас бросится, да? Ай, глупанул, ладно. Так, сглупил. Угу. Раз, два, три. Раз. Два. Три. Сюда. Сюда. Так, подожди. Давай по-другому сделаем. Раз. Два. Три. Угу. Так, в центр. Центр. Потом, если с центра вести сюда, сюда, проводим здесь, сюда. Опять же, без этой линии получится. Блин. Давай сделаем по-другому. Из центра. Поведем сюда. Сюда. Так. Угу. Сюда, сюда. Так. Если я поеду опять же здесь, он спадет, да? Да. Фу, ладно. Раз. Два. Три. Центр. Четыре. Так, здесь спадет. Шесть. Семь. Блин. Если я сейчас сюда проведу, он опять же спадет, да? Или по... А, нет, подожди, почему спадет? Все правильно. Так, так. Потом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сю-сю-сю. Так. Сюда. Вроде так. 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 Сюда.
пожалуйста. Есть. Отлично. Ну, блин, ну понятно, это же типа Мориарчи, да. Охренеть, блин. Гений. Hold on, Kate. I'll find you. Watson! Holmes, she tricked me. She... Where's she gone? Watson, where? I don't know. She left, saying that she had to go and see a lady. A Mrs. Destiny? Madam Destiny, she's a boat. What? Over there, Watson! Это судно? She's abducted, Kate! I can't believe it. She's a lunatic, Watson! She made a room for her dead father, and now Kate is with her! Там вон судно горит. О чем ты вообще говоришь? Если ты про него, да? Ну, ну да. They're on the boat. Hurry, Watson. А, там стоит. Чепуха. Ой-ой-ой-ой-ой. I only lied in order to protect you. You're still so young, my God. Ask Watson. I was lied to all of my life. Do you have any idea how that feels? No, because you're Kate Holmes, and a Holmes never gives up. I know it. Отлично. Охренеть, он там тесак метнул. Yes, he knows. Nothing can change fate. Listen. He allowed George Hurst to kill Lord Marsh, who was already condemned to death by tuberculosis. Да, и что? But this isn't your life. You have me. I never learned patience. My own father was the same with me. It is impossible to escape destiny. Заткнись ты уже, а? Holmes failed to reveal their murderer. Their death was their destiny, Kate. Kate, don't listen to her. And Holmes will be murdered himself. I have foreseen it. One day, it's a risk that I take, but my work helps to save other lives.
Да, правда. И чё? Да. I saved you. I adopted you. I gave you everything I could. How could you trust him? He killed your real father, Kate. Why? Why did you kill him? It was his life or mine. I had no choice, Kate. See? Everything is determined. Remember the sign. Our meeting, the ceremony. Kate, no, no. How can this suddenly mean more to you than your childhood? See, it is time. The next life awaits us. What sane woman would keep her father's mummified remains? She's irrational. I don't care. I don't belong anywhere. You belong with me, Kate. We're family. It's not true. You prevented me from living, and now you're preventing me from. Смысл мешал тебе жить? А дочурка-то у нас с характером. Пошла к черту вообще. No, because you're Kate Holmes, and a Holmes never gives up. I know it. Да. I deal with criminals. These things can happen. I raised you differently. You sent me away. When I'm home, we. No. No, living at Baker Street can be dangerous. Remember the bomb. It is impossible to escape destiny. The Rasko gang didn't. Holmes failed to reveal their murderer. Their death was their destiny, Kate. Kate, don't listen to her. And Holmes will be murdered himself. I have foreseen it. I may be killed one day. It's a risk that I take, but my word helps to save other lives. Really? And albeit, and Percy Fleming, you save lives? No, you enjoy taking lives. You can't save me either. I saved you. I How could you? Блин, неправильно, надо было ниже кое-что. Да, надо было ниже взять. His life. See? I'm me.
Take no. See? It is so. Okay, she would make the boat crash to kill you. She knew that you would hesitate. I don't care. You belong with me, Kate. We're family. До свидания, чокнутая, блядь. Really was the devil's daughter. Over here! Hurry, the boat's going down! Гори в аду. Все в порядке. I'm sorry too. Отлично, еще могу сказать. Мы наконец-то прошли эту игру. Сейчас, может, что-нибудь интересное расскажешь после этих субтитров. Единственное, что я не ожидал от Элис такого. Типа, да, она была странной изначально, но... Блин, то, что она была ведьмой и так помешана на всем этом, типа, для меня было открытие. Угу. Ну, значит, ничего интересного нам больше не расскажет. Ладно. Походу, сегодня будет такой вот коротенький стрим. Да прошли мы игру Sherlock Holmes The Devil Daughter, Дождь Дьявола. Вот. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а с вами был Нелапс. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.